выездная бригада, состав бригады, есть акушерка, есть два психолога у нас, и мы работаем вместе с семейными врачами. Вот этот населенный пункт, Мироновск, оно очень близко к линии соприкосновения. Здесь, ну, в реальности где-то живет 6 тысяч. К акушерке я пришла. 5 лет войны я не была, потому что куда? У нас комплекс, а не больница была. В поселке вообще осталось 2 терапевта и 4 медсестры. Так что у нас медицины фактически такой, как таковой и нет. Если мне нужно ехать в Артемовск, мне нужно 100 рублей отдать. А что мне с этой пенсией? Да даже хотя бы и с зарплаты. Какие эти самые? Военные действия, у каждого стресс, у каждого... Это вообще тогда на все влияет. Почему люди тогда и болеют? Какие цены на все эти медицинские услуги? Это космические. Люди живут постоянно в состоянии постоянного стресса. У нас дети привыкли к тому, что стреляют. Они идут в школу, слышат залпы, они приходят со школы, это слышат. И как бы, может, они это уже воспринимают как норму, но взрослым людям, которые жили в мирное время, очень тяжело это воспринимать. То, с одной стороны, хочется уехать и не находиться здесь, а с другой стороны, обидно и хочется жить у себя дома.